Два колымских спортсмена на днях прославили наш регион. Об этом на заседании правительства Магаданской области рассказал руководитель департамента физической культуры и спорта Борис Хейнман. В Саранске проходит чемпионат России по плаванию. У нас команда Магаданской области, то есть находится там, отобранная по Дальнему Востоку. У нас два наших представителя, Даня Салаев, Панкейт, извините, и Роман Романов, то есть один занял третье место, такого не было уже 8 лет, чтобы мы попадали вообще на пьедестал к плаванию, потому что там почти 600 участников. Вот. А Роман Романов, он 2005 года рождения, он занял пятое место, то есть они оба входят теперь в резервный состав сборной страны. Своими достижениями, успехами и возможностями пловцы из глубинки изрядно удивили членов жюри и комментаторов соревнований. МГД – это что, Магадан? Или что, МГД? МГД? Да, Магадан, точно. Магаданская область, да. Ну вот он, наверное, у них сейчас там. Вообще давно представителя Магаданского не было. Представляете, как там тяжело. Хотя я вот сейчас знаю, у моей приятельницы в Магадане строит там комплекс «Сын». И говорит, там такие инвестиции вкладываются, только чтобы в Магадане все развивалось и как бы это работало. Поэтому мы вот за представителя Магаданской власти очень рады, за Банкеева Данилу. Да, вот по седьмой дорожке он сейчас вместе с лидерами. Что есть возможности у них, пусть он соревнуется. Очень рады за него. Борис, мальчишка, за место под солнцем. Его в Магадане не так много. Как пояснил губернатор, такого удивления и даже скорее недоумения из-за присутствия на состязаниях участников, представляющих Магадан, быть не должно. Что такое МГДН и насколько сильны колымские спортсмены, должны знать все. Вы слышали, какие клише, правильно, клише, что в Магадане солнца вообще достаточно, гораздо больше, чем в Москве, между прочим. Судя по всему, значит, очень многие это не знают. Это наша недоработка, я имею в виду сейчас туристическое направление. Что для этого нужно сделать? Предлагайте. Значит, вот эти стереотипы, значит, пора рушить. Чтобы МГДН было понятно всем. И чтобы все поняли, что Магаданская область, и на этом примере в том числе, перемещается так называемом соревновании с последних мест на лидирующие позиции. И чтобы это никого не удивляло. Глава региона поручил обновить форму любителей спорта, чтобы на каждом участвующем в соревнованиях присутствовала надпись «Магадан». Нужна качественная, красивая спортивная форма сборной Магаданской области по всем видам спорта, с эмблемами и так далее. Чтобы МГДН было видно издалека. Чтобы эту форму, значит, этой форме завидовали. Еще раз повторяю, мы из последних мест уже передвинулись. Здравствуйте, мы пришли. Значит, на лидирующие позиции в отдельных направлениях. Так должно быть во всех. Для этого мы все и работаем. Понятно. Анна Корнетова, Виталий Моряков. Специально для Карибу.